Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Оксана Перуцкая, канал «Нитка Ниточка», и сегодня мы поговорим о моей работе. Я ее называю «Моя шубка». С ней связано несколько интересных моментов, которые мы обсудим вблизи на рабочем столе. Я очень рада, что эта вещь у меня появилась. Это, конечно, перевяз. Хотя предыдущую версию этой пряжи я носила тоже с невероятным удовольствием, но решила, что ее время подошло к концу и нужно вдохнуть в нее что-то новенькое. Вяжешь-вяжешь вещь, ошибаешься, распускаешь, перевязываешь деталь или несколько деталей. Но этот свитер настоящий рекордсмен, потому что я очень много здесь перевязывала. Весь свитер я связала дважды, причем спинку перевязывала еще один раз. То есть получается 3 спинки, 2 полочки и 4 рукава. Вот такое у меня в кавычках достижение. Если вы хотите узнать другие подробности о его создании и особенно то, что это за интересные косички, я их считаю действительно довольно необычными, то располагайтесь поудобнее, приготовьте свой любимый напиток, и мы поговорим сегодня о нем. Должна вам сказать, что нить эта состояла из двух разных видов пряжи. Одна из них участвовала в кардиганчике, который был связан перед этой версией. Мои постоянные зрительницы знают, что я довольно часто перевязываю вещи и превращаю их в какие-то новые. Так вот, несмотря на то, что предыдущий кардиганчик мне очень нравился, я решила, что больше его, наверное, носить не буду. И поскольку на полноценный свитер, который вы видите перед собой, этих ниток не хватило бы, то я решила прикупить что-то похожее. И нашла вот такую Alize Angora Gold. Здесь очень хорошая длина нити, 550 метров. Если кому-то будет интересно, цвет 161. Он не самый яркий в расцветке розовых нитей. И я решила, что он ближе всего подойдет к моему оригинальному, чуть-чуть припыленному цвету пряжи. И вместе они вот, как вы видите, очень здорово сочетались. То, как эта пряжа выглядела в предыдущей версии, я, конечно, тоже покажу вам. Ссылочка, которая будет называться «Розовая кофточка», конечно, внизу в описании под этим видео. Откуда возникла именно такая модель и что необычного мы с вами можем наблюдать в этих косах? Расскажу, чтобы не вязать образец, буквально в паре слов о секрете вот этих протяжек. Ну, опытные рукодельницы, скорее всего, догадаются, потому что даже если они этого не вязали, то они знают, как образуются вот такие вытянутые петли. А начинающим расскажу, что если вы умеете вязать уже косичку с перебрасыванием петелек с одной спицы на другую, то после перекидывания нескольких петелек вы их провязываете, нужно после каждой петельки делать накид. Это происходит в лицевом ряду. Когда вы провязываете изнаночный ряд, вы эти накиды просто сбрасываете. И у вас получается вместо объема, который обычно образуется вот в этом месте перекрещивания петель, вот такая вот протянутая и довольно плоская, если нитки взять потоньше, косичка. Мне эта идея очень понравилась. Сейчас на ваших экранах вы видите, как смотрится оригинал. Он совсем другой. Меня заинтересовали именно вот эти косички, как они получились настолько плоскими у авторов модели. Правда, их пряжа гораздо тоньше, чем моя. И поэтому мне пришлось поиграть немножко с толщиной спиц, подбирать именно под толщину моей пряжи.
понимаете, когда в журналах я вижу, что они пишут спицы номер 4,5, и при этом в готовые их вещи на картинке я понимаю, что петли довольно маленькие, мне, ну, честно вам скажу, не верится, что спицы у них были 4,5, потому что при таких толстых спицах не может получиться такая мелкая и гладкая вязка при такой тоненькой нити, как у них. Это же заметно из фотографии. Поэтому не знаю, может быть, они связали другую версию, более тонкими, не могу сказать. Я вязала спицами 4,5, толщину нити я вам уже показала, и то, насколько тепленьким получился мой свитерок, мне очень нравится. Я довольна результатом. Еще меня очень привлекло то, какая здесь интересная горловина. Я такую горловину пока не вывязывала. Смотрите, мало того, что здесь вот получилась такая обработка красивая, да, с отступлением 3 петель и убавлением, так она еще и, видите, какого, не овального никакого, да, а с вот таким прямым участком и уже потом убавками. Еще отличительная черта этой горловины в том, что она довольно глубокая. Если приглядеться к убавкам по пройме, то она тоже очень необычная. Смотрите, здесь убавляется по одной петельке, а затем перекрещиваются по принципу косичек и провязывания двойных петель вот такие вот, как мы их называем, фабричные убавки. У меня есть видео, где мы с вами вместе провязывали вот такие красивые промышленные убавки. Я его оставлю внизу под названием «Фабричные убавки». И, конечно, эта пройма, она немножко необычная из-за этих вот убавочек. И мне очень-очень нравится то, как выглядит окат рукава. Убавки здесь связаны по такому же принципу, по принципу фабричных убавок. И посмотрите, видите, практически до самого верха оката рукава они вот так вот убавляются. Как правило, верх оката рукава вяжется немножко по-другому в других изделиях, поэтому, когда я вчиталась в описание этой вещи, конечно, вы под роликом увидите, из какого журнала, номера я взяла это описание, и мне оно очень понравилось, и я поняла, что эта работа для меня очень привлекательная. Теперь горловина вблизи. Это, конечно, ложная кетлевка. Почти в каждом из последних роликов я в подробностях рассказываю, как это делается. И в предыдущих видео про разные вещи я это делала на ваших глазах. Поэтому подписывайтесь на мой канал, посмотрите их, поищите. У меня есть несколько роликов с разными видами кетлевки. Здесь в двух словах тоже расскажу. Первый ряд, когда вы набираете петли по всей горловине, вы провязываете изнаночным рядом, и получается вот такой декоративный рубчик. Затем вы начинаете прибавлять столько же петель, сколько и набрали через каждую петлю. Например, провязываете лицевую, набрали скрещенную петельку из нити рабочей. Опять петелька, опять набросили. И так по кругу у вас увеличивается в два раза количество петель. Затем вы вяжете полую резинку. То есть в одном ряду вы провязываете только лицевые петли, а изнаночные снимаете нить перед работой. А во втором ряду, поскольку это круговое вязание, вы наоборот снимаете нить за работой лицевые петли и провязываете изнаночные. В моем случае мы с вами можем четко увидеть здесь две лицевые петли, да, до изнаночной полосы. Это означает, что я провязывала 4 ряда. Почему это так? Ведь мы с вами ряд вяжем через один, поэтому 2 ряда оказываются на лице и 2 на изнанке. Значит, если вы захотите вот эту отделочную полосу объемную связать выше, значит, вам нужно связать 6 рядов или 8 рядов, и тогда
При вязании 6 рядов у вас будет 3 лицевые петельки, а при вязании 8 рядов, если спицы тонкие и пряжа тоже тонкая, тогда у вас будет 4 здесь видно и 4 будут на изнанке. Затем главное по окончании этой отделочной объемной полосы из полой резинки закрыть в каждый раз 2 вместе, 2 вместе, 2 вместе, 2 вместе. Потому что если здесь вы их прибавляли, значит, вам же нужно от них избавиться, иначе у вас будет топорщиться вся горловина и ничего не получится. После того, как я убавила лишние ровно столько же петель, сколько набирала в начале, я перешла, как вы видите, на резинку 2 на 2. Приближаясь к краю горловины, я обычно беру спицы либо на пол номера, либо даже на номер тоньше. И поэтому у вас резинка горловины будет к краешку своему сужаться естественным образом. В этом случае я не стала закрывать петли иглой, просто провязывала лицевую и закрывала, изнаночную и закрывала. Иногда, если я вижу, что есть необходимость в этом, я вот где-то здесь, например, по бокам, в изнаночных рядах делаю 2 вместе. Во-первых, это будет незаметно, а во-вторых, это тоже избавит вас от того, чтобы горловина топорщилась. Есть такой у меня вот тоже маленький, небольшой секретный подход. Способов, как набрать петли, существует немало, и у каждой вязальщицы любимый свой. У меня тоже их несколько, но с тех пор, как я начала набирать петли полой резинкой, итальянским набором или тоже фабричным набором, иногда его так называют, я, как мне кажется, в том случае, когда резинка начинает низ изделия или манжеты, предпочитаю именно такой набор. Смотрите, как это здорово выглядит, это хорошо тянется. Здесь провязывается двойная резинка по такому же принципу, о котором мы сейчас говорили, обсуждая горловину. И потом это имеет очень хороший вид. Видео об этих наборах тоже давным-давно есть на моем канале. Ссылки на видео о таких наборах петель по низу рукавов и изделия я всегда оставляю внизу тех видео, где упоминаю об этом. Так, какие еще здесь интересности? Ну, вы можете заметить, что по боковым швам здесь прибавок нет. На самом деле это и понятно, ведь когда наша вещь связана узором, который так или иначе нам напоминает резинку, мы можем не делать убавок и прибавок по боковому шву, потому что здесь будет вот такая гибкость и упругость, да, и естественно, когда вещь будет носиться, она будет облегать фигуру, и боковые убавки здесь не играют особой роли. А вот что касается рукава, здесь я не могу сейчас точно сказать, не припомню, потому что вязала эту вещь уже относительно давно, несколько месяцев назад. Что здесь можно наблюдать? Смотрите, шов рукава идет по прямой. Это можно видеть по вот этой крайней петельке. Зато необходимые для этого участка прибавки, которые, естественно, должны появиться у рукавов, когда мы приближаемся к пройме, находятся вот здесь. И смотрите, как здорово, да? Они практически незаметны, потому что находятся рядом с объемным вот этим узором, полосой, косичкой. Но при этом количество петель в рукаве растет. Еще пару слов хочу сказать о проймах и о том, как они, посмотрите, идеально совпали с рукавом. Рукав, если вы не уверены в том, насколько хорошо он впишется в проймы, я могу вам посоветовать начать пришивать вот отсюда. Потому что если у вас получается какой-то лишний объем, ну, бывает такое, то вы всегда можете его в рукаве вот сюда перераспределить. Конечно, если этого объема очень много, то придется либо увеличивать пройму, и тогда обработку
горловины нужно отложить на самый финал, потому что увеличивать пройму это означает снова довязывать что-то здесь, да? Либо уменьшать высоту оката рукава. То есть с двух сторон можно подходить к таким ситуациям. Всякое бывает, не все вязальщицы опытные, но даже у опытных бывают какие-то промашки. Так вот, в этой конкретной вещи пришивать рукав я начинала от плечевого шва и потом шла сюда и, соответственно, отсюда шла сюда. И, как вы видите, не помню сейчас, в данном случае все получалось очень хорошо и совпадение, как вы видите, отличное. Но бывает так, что чуть-чуть хочется, чтобы пройма была побольше. И тогда вы изгоняете эти лишние петли рукава под мышку, и вам не приходится делать огромную работу с перевязыванием, с распусканием оката рукава или с довязыванием высоты проймы. Как мне кажется, это вот обеспечивается тем, что вы идете не вверх, а как раз вниз к основанию проймы и оката рукава. Ну, а тем начинающим рукодельницам, которые пока еще не освоили то, как должны соответствовать друг другу окаты рукава и проймы, я очень рекомендую поискать книги, в которых это описывается. Там, правда, приводятся какие-то иногда очень сложные расчеты, но если вы дружите с математикой и любите цифры и числа, то вам достаточно будет почитать, и все у вас получится. Или тогда вы можете взять за основу, скажем, то, что видите перед собой, но при этом вязать перед по прямой, здесь закрыть плечи, и тогда вы избавляете себя от необходимости. Бывает такое, когда очень хочется побыстрее связать и уже носить вещь, тогда спортивный рукав с прямыми полочкой и спинкой и со сниженным верхом рукава спортивным в результате вы сразу получаете себе вещь, которую хотите побыстрее выполнить. Я надеюсь, что вам все понравилось. Вы знаете, что обычно нужно делать в конце ролика, если вы новый зритель на моем канале. Посмотрите, пожалуйста, внимательно все плейлисты во вкладке на главной странице моего канала, и вы увидите, сколько там разнообразных тем, вышивки, аудиокниги, шитье и, конечно, вязание. И если все это вас очень привлекает, обязательно подпишитесь. Про лайки и комментарии, конечно, вы в курсе. Я всегда их очень жду. Лайки помогают моим видео продвигаться, а значит, вы увидите много новых роликов о нашем любимом виде рукоделия. Пишите, откуда вы, приветствуйте других вязальщиц, выражайте ваши мысли по поводу вязания и, конечно, почаще заходите на мой канал. С вами была Оксана Перуцкая, канал «Нитка-ниточка». До скорой встречи. Пока!